Уважаемые друзья, мы приближаемся к финишу. Вот это вот саженцы, которые пойдут этой осенью в люди. Технология специальная. Я, когда говорю, что технология оригинальная, это нетрудно проверить. Зайди в интернет, если где-то такое увидишь, нигде не увидишь. Временная опора. Это нитка, которая стоит сейчас $4 килограмм. Этой нитки здесь, на этом массиве, значит, 96 километров. Эти столбы надо поставить. Надо завязать первый ряд нитки, второй, третий, четвертый. Надо сделать срезку на один глазок. На один глазок срезку. И это все выросло, все это чудо выросло по этой завязке выше моего роста. Только за этот сезон, да? Без полива. Да, без полива. И поэтому, значит, во-первых, болезни здесь ноль. Это Сережа контролирует здесь и культивацию, и опрыскивание здесь. И эти саженцы выросли без воды. Эти саженцы спартанцы, у них очень мощный корень, и они легко приживаются. Есть технология посадки и продажи однолетки. Я с вами пойдем туда, покажу вам. Это у нас второе поле. В принципе, здесь пойдет копка. Мы, когда будем продавать их вот так укороченные. Так по технологии положено. Вы там еще будете весной их еще дополнительно укорачивать. Потом формировка, прищипки. Ну, это отдельная история, отдельный разговор. Здесь вопросы есть? Есть. Чем вы тогда опрыскиваете? Болезни, там, серые? Мы по-разному опрыскиваем. Это последняя обработка лунакаре? Да. Лунакаре. Хороший препарат, дороговатый, но очень хороший. Он от чего? Это болезни. Бактериальные, грибные, все группы болезней. Вот так. Как называется? Луна каре. Луна каре? Каре, да. Луна отдельно. Луна из большой буквы каре. Тоже запрещенная, да, уже? Нет, луна нет, а конфитор запрещенный. Луна каре. Это вот болезни, да? Да. От фузариоза, от гнили корневых. Это очень вот хорошо. Болезни разного происхождения. Точно. Так, идем на первое поле. Однолетки, да? Да, пожалуйста. А прививать когда будет? Так они уже привиты. Уже привиты. И высажены уже, все. Здесь мы планируем продавать однолетки. Мы посадили их пореже. Почва отличная, подготовленная почва. И мы рассчитываем, что к осени они будут вот такого размера. Ну, как и остальные однолетки, которые люди продают. Если бы я их полил, подсунул за азот, они были бы такие. А при посадке, скажем, где-то на поле с плохим уходом, они бы засохли. А эти не избалованные. Они вот так вот, видите, без орошения, безо всякого, с трудом нарастут. Вот такая технология. Это однолетки. Ну, я уже говорил с Борисом, тут есть понятие «скрытый брак». В первый год не поймешь, оно не показывает, скажем, несовместимость подвоя-привоя. Есть некоторые вопросы. Есть некачественная спайка. А на второй год он уже, тот, что некачественный, он остается, а этот рвет вперед. Тогда мы его бракуем. При копке бракуем, и идет на выброс. А эти хорошие, которые идут на продажу.